Тест. АЕ! Сектор Е! Е! Тут запотело все от этих эмоций. Я в каком-то курульнике, люто. Можно мне? Давай, Тони, что-нибудь сейчас я... Дайте нормальную доску. Я выбираю ее. До трассы? Да. Покарим? Или пострадаем? Мальчик, иди отсюда. Они меня ругаются. Даже Чарльз ругается? Он... Да, только Чарльз ругается. А что он сказал? Мальчик, иди отсюда. Почему? А я мужчина. На кулипте комок тогда был. Я его хомяк называл. Что, как думаешь, по трассе поедет? Как тазик. Как мыло в ванной. Прям стопудово. Как это, у нее рабочей поверхности канта-то нету. Вот, Сонечка. Сзади вон вышивает. Но это юрец. Да, вот они. Как это, 2 дециметра счастья. Страсти. А скажи еще раз на камеру так, не дам, это моя дедочка, я ее никогда не дам. Как ты говорил до этого. Что я не дам, я все дам, только это, только не здесь, не на трассе. Но это не для трассы, да, она просто однозначная, ну никак не для трассы. Просто вот даже если есть вариант дойти до подъемника пешком, потому что вот, ну там снег, нет целины, то лучше дойти пешком, потому что на доске на этой хрен доедешь. Сейчас посмотрим. Да. Магазин «Сквот», Вершель Райт. Юрию доверяешь, да? Он тебе прям прорекламировал. Да, он сказал, что я почувствую. Ну, что, обязательно заедь в самый ближайший лес, заложи там пару дуг? Да, я думал, не, он сказал, типа, в лесу она не очень, по-моему. Нет. Я слышал что-то. Он вообще сказал, это трассы, типа, и это же только для трассы. Типа, для очень больших скоростей. Да. Да. Ну, мы выйдем на новый уровень скорости, я чувствую сейчас. Зачем я это говорю? Саша молчи. Он проедет метров 200. То есть даже 200 проедет? 200 проедет с падениями, а потом снимет и пойдет вниз пешком и скажет, что... Это был худший день в его жизни? Что нет, эта доска не для трассы. И что ехать невозможно, лучше пешком. В другую сторону. А ты жестко разогнался. Она тебя спасла, чел. Ну что, может в парк? По-моему, это парковая дыма. Мясо! Онборд сел. Вот это. Это все-таки серфинг, нет? В смысле, это для снега? Да, да. А, с концом, да? Я просто думал, они серфы крутили, поэтому супер центр сломал. Тяжелее.
ничего страшного за эти хвостики. О, как стоять-то? Слышь, Антон, помнишь, что Леня такой хвостик сломал? Я помню. На трассе. Ну, ему можно, он райдер спот, а? Приложить, чтобы продавить пальцы. Фрон-флипал! Мясо клево. Да. Ты нормально сам там? Да. Ты думал, блогерам легко работать? Все их хейтил, да? Ну, извините. А на самом деле... Все блогеры мира, простите меня, если сможет. Оказалось, говорить сложнее, чем ехать. Но ехать тоже непросто. По парку едет, так же, как по трассе. Все замечательно. Надо беречь усики только. Берегите усики, и все будет в порядке. Я от них избавился, к сожалению. Не уберег. Карвинг, я думаю, тоже можно попробовать. Карвинг вообще популярное слово. Да, надо следить за популярными словами, почаще их использовать. Став. Став. Кор. Кор, да. Как же без кора? Ну, все понятно. Да, все замечательно, доска шикарная. Соул. Стало красиво вообще. Я репетировала. Здравствуйте, меня зовут Бог Илья, я горный гид и инструктор по сноуборду. Очень давно катаюсь на бренде Дюпрос, мне очень нравятся эти доски. Сам я местный, Шерегеша. В общем, впервые я с этим брендом познакомился в 2012 году. Я тогда себе искал альтернативу латочкам и пласту, потому что он не давал мне достаточно агрессивного катания. Я искал что-то более классической геометрии, но в то же время не хотел терять плавучести. Мой выбор пал на Дюпрос 6.3 ростовкой, 2 плюса жесткости. Вот, фристайлом я тогда особо не увлекался и подумал, что для меня это будет оптимальный вариант. Вот, и потихоньку, помаленьку, катаясь на этой доске, я понял, что для наших условий, то есть для глубокого снега, для небольшой крутизны уклонов, это оптимальный снаряд. Вот, он достаточно отзывчив на любые ваши действия технические, но у новичков, конечно, могут быть с этим проблемы. То есть доска не очень дружелюбная, с ней нужно работать. Вот. Очень хорошая плавучесть, я не ощущаю какого-то дискомфорта по сравнению с ласточкиным хвостом, никакой разницы при схожей длине, но доска более агрессивная. То есть вы можете щелкать, вы можете прыгать, вы можете дропать с больших обрывов, не боясь того, что вы отколите половину хвоста. Вот. И в то же самое время она отлично ведет себя на трассе. То есть, если вы предпочитаете все, что угодно, кроме парка, наверное, это будет наилучшим для вас выбором. В парке тоже можно кататься, но доски жесткие. То есть, вот здесь у меня, это моя доска личная, она жесткость идет 1+. То есть, по 10-бальной шкале это примерно 7.
В общем, семерочка довольно честная. Вот. И продавить прессы на ней у меня получается, но требует для этого прям собраться. То есть это уже не так просто. Я тестировал такую же ростовку, только с двумя плюсами, и там уже продавить пресс у меня нет никакой возможности. Да, возможно, мне не хватает немножко веса, если вы весите килограмм 100-120, возможно, у вас все будет по-другому. Но вот во мне 70 килограмм, и я не могу с ней нормально фристайлить. Вот. Поэтому, если вы предпочитаете скоростное катание, если вам нравятся слаломные техники, если вы иногда катаетесь в жестких ботинках, то, конечно, я бы рекомендовал вам взять доску пожестче, она и будет хороша вам в лесу, в реке. Вот. И, в принципе, на трассе феноменальный контроль, отличные хода. Вот. Просто море удовольствия от обыкновенного, скучного трассового катания. Вот. От себя могу сказать, что компания Dupras, у нее есть особая колоночка, они находят свои старые доски по всему миру, просят людей, кто владеет ими, скидывают, присылать им фоточки. И, как ни странно, в обороте очень много досок, которые уже более 10 лет в эксплуатации. Вот. И хотя технологии здесь довольно примитивные, то есть здесь нет никаких хитрых сердечников, нет никаких пластиковых вставок, это просто дерево, стекловолокно и все. Вот. Но они служат, то есть они практически не теряют жесткости. Вот. На этой доске откатался 2 сезона, то есть порядка, может быть, 140 дней у меня в сезоне катания, вот. Ну даже больше. И она в нормальной кондиции, она не потеряла жесткости, она нигде не лопнула, не треснула, не отслоилась. А все канты целые, несмотря на то, что об камни они зацепляют периодически. Мне нравится, у меня есть доска, которая в 2012 году, она до сих пор в отличном состоянии. Вот. Я на ней откатал уже очень много, и это замечательно, когда ты покупаешь себе что-то, и этот служит тебе годами. Ввиду этого я стал потихоньку отказываться от всех своих остальных досок. У меня в этот момент их скопилось 16 штук разных. Вот, сейчас у меня остались только Dupras, все остальные я просто продал за ненадобность, потому что я на них выезжаю, ну, может быть, там, раз-два за сезон. Вот, соответственно, я в этом бренде нашел все, что мне нужно. Очень доволен, всем рекомендую, попробуйте обязательно. Вот. Понимаю, конечно, что, может быть, не под каждый стиль катания такие доски подойдут, вот, и кому-то, может быть, будут они слишком жесткие, строгие, но попробуйте, попробуйте. На самом деле, есть модели мягче, есть модели короче, вот, но все-таки мы должны с вами понимать, что это всегда классический кендер, причем во всю длину практически, вот, и он очень небольшого подъема, но он работает, вы его чувствуете, то есть, с этим придется вам потом как-то жить. Вот. Я спасибо большое.